все в клепе. Дырки, да, прям? Да, вначале снизу? В дырку, снизу вверх, да. Ох, блин. Аккуратней. О, какая сопля у тебя вылезла. Давай. Заполняй, заполняй. Потому что там еще на приклейку тебе должно хватить. А то у тебя приклейки в том месте не будет. Носик лучше вытирай обо что-нибудь. Вытираю. Вот тут вот добавляй. Ага. Магомед, ты вторую колбаску запускай. Сейчас я выкрути носик. Тихо-тихо, упавай. Близко не прижимай к стене, у тебя тогда будет более четкая колбаска получаться. Но когда ты на каком-то расстоянии ведешь, угу, она у тебя будет более круглая, такая более удобная. Вот так вот, 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 вот. И передавай пистолет наверх. Не-не-не, так сильно не дави. Есть. Все, вклеивай. Ну, вот так, да, она была. Вот так, по-моему. Чистовой вот, нет, вот так. Рваным краем вот так вот, да. Да? Так, корректируй ту левый откос. Вот, да. Это у тебя по времени. Ага. Да тебе уровень не нужен, тебе плоскость нужно поджать и все. Ты ориентируйся под... У тебя окно может быть под углом стоять. Окна здесь сколько лет назад поставлено. Давным-давно. Ты да. Смотри, чтобы у тебя плоскость была. Чтоб ты сейчас это не выпирала это. И дальше в той. И дальше тут тоже поджимай. Чтоб все было как полагается. Аккуратнее, там в пене измажешься. Уровень, смотри. Все. И здесь подправляй, чтобы это не выперло у тебя пена. 6-7 минута проверки. Сколько там времени? Да. 8 минута. И оставляешь, чтобы пенополистирол здесь, вот смотри, он тебе не слишком торчит. Да я вот подрез знаю, он больше не идет. Больше потому не что идет. Он тебе на 5 миллиметров примерно должен. Здесь, а наверху ты его вдавил слишком глубоко. Ну вот ты вот так давил, чем угол глубоко. Потому что там все равно да. Расширение. Чуть есть. Вытяни, чуть-чуть вытяни угла. Чуть-чуть. Не, это оставь. Вот ты правило, правило. Вытянул я. Дай ему правило. Уровень. Вот и все. Чуть-чуть вытяни его. Это вытяни чуть-чуть. Я его вынул, все. Есть? Ну, угу. Что там пена все заполнит.
примерно. Верхушку теперь, да?